Привет, друзья. В общем, механика была доделана, скрипты были дописаны. И вот что я вам сейчас покажу. Это сейчас вы увидите, как выглядит кинжал Вальдера в сборке. То есть вообще вот у нас в сборке, в Skyrim Dark Souls Edition, есть такая как бы фишка, что у каждого более-менее именного оружия своя собственная моделька. Это распространяется также и на зачарованное оружие, которое в обыкновенном Skyrim повторяющееся. Вот. У нас дело все в том, то что кинжал Вальдера выглядит немножко по-другому. Вот. Вот. Да и... Нет кинжала, это зелье. Твари навек послала мне тебя. Я уже почти не надеялся, что в живых останусь. Мы шли по медвежьим следам до этой берлоги. За шкуры хорошо платят. Мы уже собрались прикончить медведицу, когда появились они. Трое, из ниоткуда. Скорее. Нейлс погиб раньше, чем мы бросились бежать. Ари умерла уже внутри. Я раньше не думал, что они вправду существуют. Понимаешь, меня тоже потрепали. Если честно, то пока я никуда идти не могу. Дышать больно. Между прочим, если мы ему сейчас не поможем, Прошу тебя, мне нужна помощь. Не хочу вот, сдохнуть здесь, на этом а расстоянии. просто пойдем и зачистим пещеру, то когда мы выйдем, друзья мои, Понимаешь, он умрет. меня тоже потрепали. Если честно, то пока я никуда идти не могу. Вот Дышать этого я больно. не знал, но я это проверил. Я вернусь. Нет. Мне нужно совсем немного. Намного лучше. Спасибо, друг. Иначе мне бы долго не протянуть. И что дальше? Я не могу просто так уйти. Там ведь тела моих друзей, их рвут на части эти твари. Вот уже разорвали. Так, мы его тут оставим. Ты вправду станешь рисковать жизнью ради чужой чести? Даже не знаю, что сказать. Выйдем, Спасибо, он друг. нам сейчас Я буду рад, что ты отдаст здесь. кинжал свой. Но у нас есть, короче, одно из мощнейших и убийственных оружий, и это автоматический арбалет. Сейчас мы все быстренько зачистим тут дело. Так, ну где там? Он же не сзади меня, нет? Не успеешь. Черт, не дострелял. Извиняюсь за такие громкие выкрики. Вернуться к Вальдеру. Значит, все кончено. Правосудие свершилось, если это можно так назвать. Знаешь, возьми вот это.
Кстати, сейчас может багануть, если я неправильно что-то там сделал. Блин, погода испортилась. Погода, блин, испортилась. Я хотел на солнышке вам показать. Ну тогда давайте в пещере, что ли, посмотрим. Там есть места красивые. Правда, тут тоже 2 FPS. Как, в общем-то, и снаружи. В общем-то, вот здесь вот, наверное, достаточно светлое место такое. Так, вот у нас счастливый кинжал Вальда. Если вы не знали, как он выглядит в сборке, то вот он вот так вот и выглядит. Это моделька из мода Феникс Даггер. Он есть как и на обыкновенный Skyrim, так и на специальное издание. Я ему единственное, что сделал, это добавил кровь. Сейчас зайду посмотрим, баганет ли кровь у нас. Так, теперь у нас меню, как вы можете видеть, всего лишь из двух пунктов. Это да и нет. То есть взять оружие обратным хватом. Да или нет. Допустим, вот мы нажмем отмена, нет. Тогда мы, по идее, да, вот мы взяли кинжал как обычно. Давайте проверим кровь, как на нем будет отображаться. Ну что ж ты так. 2 FPS-то всего. Кстати, с него кровь не идет. Может быть, нам имеет смысл кого-нибудь бить. Ну, я не знаю, например, Вальда бить, чтобы кровь получить. А, вот тут есть кровь. Нельзя уже все равно. Так, ну посмотрим, отображается кровь. Вроде да. Да, кровь есть. А в оригинальном моде там крови не было, к сожалению. Именно на этом самом. На клинке на этом. Так, ну окей, хорошо. Теперь давайте тогда переключим его на, ну, на обратный хват. Вот так вот. Это теперь переключается. То есть я вам напоминаю, что кинжал Вальда, друзья мои, в сборке Skyrim Source Edition, он выглядит вот так вот, а не как обыкновенный стальной. Сейчас проверим, правильно ли я тут приделал кровь. И не могу понять. Да, слушайте, похоже, правильно прилепил кровь. Просто в противном случае было бы вообще там санина полная с этой кровью. А так он, ну окей, сейчас я еще даже проверю в близком. TFC, скажем, один, там два.
Да, кальян должен весь измазюкиваться, а не, ну, не только лезвие, а и ручка в том числе. Главное, чтобы это было никуда там не смещено. Ох уж, блин, мои 2 FPS. Да, слушайте, кровь достаточно четко так легла. Так, окей, это значит, мы взяли кинжал в правую руку. Вот как вы можете видеть, тут только вот единственный кинжал Вальда, это вот он только и есть. Теперь давайте его переключим в левую руку и посмотрим заодно, все ли нормально. Да, разэкипировался он с другой руки. Тоже есть. Этот, ну, кофе уже можно на самом деле не смотреть. Просто можно сразу же отойти будет, поскольку там 2 FPS всего лишь. Вот так вот будем стоять. Так, теперь мы его переключим на левый обратно хватовый. Вот так вот тут это выглядит. Вот. Ну и, соответственно, в две руки мы его уже не можем взять, потому что он у нас единственный. Но зато у нас есть, скажем, ну вот крапивник есть у нас для правой руки. Вот, пожалуйста. Видно, не видно? Это еще из старого момента. Ну, то есть не момент, а того, как было придумано хватать оружие, то есть вот до менюшки. Так, теперь берем счастливый кинжал Вальдера в правую руку обратным хватом. Так, отлично. Все отлично. Теперь берем, скажем, крапивник в левую руку. Теперь переворачиваем кинжал Вальдера в правой руке, но без, ну, то есть как обычно его берем. Да, из левой руки ничего не пропало. Так, теперь давайте тот же самый фокус с ушами попробуем провести с левой рукой. И вот сейчас. Сейчас. То есть тут теперь важно, на какую руку активируешь оружие. Ну вот, то есть вот это вот менюшка с активацией, вот это вот, я ее сделаю для всех кинжалов, которые находятся в Skyrim, и находятся они в единичном варианте. Например, как кинжал Бардира или там кинжал Рунди, такие вот, знаете. Они не то чтобы квестовые, но они просто в единственном экземпляре находятся и отличаются только тем, то что у них название другое, а на самом деле они там либо это эльфийский, либо еще какой-нибудь там кинжал. Ну, неважно, просто у него название другое, возможно, тоже там по уронам там что-нибудь такое может быть. Вот, изменено тоже у них.
Ну, не суть важно. Суть важно то, что я придумал систему для именно вот таких одиночных кинжалов, которых, ну, вы, ну, не сможете взять два, допустим, счастливых кинжала Вальда. У вас такого в принципе, то есть, не может случиться в жизни. Вот, а вот нужно, чтобы он переворачивался, в этом вся фишка. На самом деле, вот в этом, в этой комбинации всей сейчас вот счастливый кинжал Вальда участвует, вы не поверите, сколько кинжалов. Вот то, что сейчас в инвентаре, это стандартный кинжал Вальда. Соответственно, когда мы его берем в руку, он экипируется другим кинжалом Вальда. Ну, такая механика. Вот. И если мы его берем в руку с другим хватом, он экипируется еще на третий вариант кинжала Вальда. Вот такая фишка. А вы видите только один кинжал Вальда тут. Так, у меня сейчас. Ну, давайте вот так вот сделаем. Возьмем его. Вот так вот тоже его можно взять. А раньше у нас было как, что вот железный кинжал, допустим, и когда у вас в инвентарь попадает две штучки обычных железных кинжалов, я вот делал такие вот два активатора. Сейчас эти активаторы скрыты, и они запускаются с помощью ID, который привязан к TSM. Вот. Ну, допустим, вот тут к ID счастливому кинжалу Вальда все привязано. С крапивником тоже, видите? Тут две копии крапивника и еще. Ну, вот так вот выглядит обыкновенный железный кинжал, допустим. То есть. А вот то, что у нас в руках сейчас в правой руке, это Феникс Даггер. Есть такой мод, называется Феникс Даггер. Вот, он у нас идет как реплейсер кинжала Вальда Счастливого. А, и да, и вот как он убирается, вот так вот он убирается, то есть просто так же и убирается. Сейчас стану куда-нибудь, где-нибудь тормозить. Да тут везде почти тормозит, блин. Блин, сейчас еще раз покажу, как его складываешь. Черт, блин, 2 FPS, сраная видеокарточка у меня. Ну, короче, я не знаю. Карточка у меня очень слабенькая, чтобы вам тут 200 FPS показывать. Вот. Видели, да, что он сложился? Все, друзья, спасибо большое за внимание. На этом пока.